Главному судейскому столу, да, подойдите. Сейчас столкнулся, сын вовремя отправлял. Такая, сын, проблема. Войска требуют от парней. На ковре борцы, представители Самарской области. Красным трико. Аджаян Герб, Самара, Синим, Кукшаиков, Ренат, Тольятти. Куда попал? Самарское дерби. Куда? На флот отправляю, морской пехоты. На флот? Проблема, я не расслышал, проблема какая. Нужен... Здоровых парней нет. А, нет? Здоровых просто нет, а все хотят здоровья. Все дрищи какие-то. А все хотят, то есть он хочет и все там куда-то. Там же отбор специальный, там, нормативы все. Да. И все отбирают. На флот и на самолет. Там жесткий отбор. Еще допуски нужны? Ну да, если, допустим, ты не соответствуешь, то на самолете ты не полетишь. Например, если военно-воздушный. Ну, в ВВС тоже меня тут товарищ сын отправлял в училище в Армавирском. У него зубы там на 2 миллиметра сборковали. То есть отбор вообще жесткий. Потому что там перегрузки. Причем такие перегрузки, что я... 2 миллиметра, что ли, там, 3 миллиметра, у него челюсть не так. Сидит команда, ждет, блядь. Самара. В честь технической победы одержал Тукшаиков Ренат. Алло? Непонятно. Как будто травма.